Сегодня областной центр с рабочим визитом посетил президент Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин. Поводом для приезда стало празднование 25-летия областной палаты. День рождения совпало с проведением в Ульяновске Всероссийского бизнес-форума «Деловой климат в России». Вместе с губернатором Сергеем Морозовым и главой региональной торгово-промышленной палаты Александром Якуниным гость из Москвы принял участие в открытии мемориальной доски на здании краеведческого музея. Здесь в годы войны находилась эвакуированная из столицы Всесоюзная торговая палата. После этого состоялось торжественное собрание торгово-промышленной палаты. Подробности визита смотрите завтра в нашем материале.